Ленинск-Кузнецкий на международном конкурсе представляли Екатерина Дударева – виолончель и Анжелика Кирсанова – фортепиано. Конкурс проводился дистанционно по видеозаписям. По его результатам в номинации «Инструментальное исполнительство». Наш дуэт удостоен звания «Гран-при». Жюри оценило выступление Екатерины Дударевой и Анжелики Кирсановой такими словами: «Вдохновенное, музыкальное и сложенное исполнение». Преподаватели Ольга Винтер и Лариса Аббазова награждены благодарностями за подготовку победителя. Добавим, организаторами конкурса являются Общероссийская федерация искусств, Всероссийский многофункциональный центр, Союз деятелей искусств, Российский колледж традиционной культуры и барочная капелла «Золотой век».